Макс Ньюс. Сильвупле, дорогие гости, Сильвупле. Мировые премьеры. Yeah, baby! Блокбастеры Голливуда. О, черт вас здесь понравится, здравствуйте! Все тайны и секреты кинозвезд. Его дел, это наше. Билеты на лучшие фильмы. Ну, за искусство. Программа «Синема». Поехали! Здравствуйте, добрый вечер, уважаемые киноманы, кинолюбы. Олег Пеков в студии, программа «Синема». Сегодня поговорим о фильме Квентина Тарантино, 9-м фильме «Однажды в Голливуде». Если успеем, может быть, ну, вспомним, что 120 лет вчера исполнилось Альфреду Хичкоку. И в этой студии представитель «Акме Филм» Александр Дубаневич. Добрый день. Добрый день. Ну вот, начнем, может быть, действительно с Тарантино, поскольку мне кажется, что это, ну, одна из таких очень ярких, больших премьер вообще этого года, и картину эту ждали очень с большим нетерпением, и еще когда в Каннах она появилась, там, ну, какой-то шум огромный такой был, шлейф всевозможных и слухов, и сплетен, и Тарантино умолял буквально не спойлерить, вот о чем картина. Но мы сегодня, может быть, поговорим о бэкграунде тоже этого фильма, потому что мне кажется, что очень, ну, это одна из тех картин, которые, действие происходит в 69-м году, которые требуют, может быть, для нашего зрителя, американский зритель, может быть, ну, в курсе истории 69-го года, того, что происходило 50 лет назад. Но, может быть, нашему зрителю стоит вот что-то подрассказать, чтобы он понимал, в каком контексте смотреть эту картину. Нет, несомненно, исторический бэкграунд, он, ну, я не скажу, что он прямо существенно важен и невозможно насладиться фильмом, но если вы хотите, то есть, его прочувствовать до конца, скажем так, то я бы посоветовал погуглить Чарльза Мэнсона, Шэрон Тейт и Романа Полански, что-то связанное с этим, и получить небольшой исторический бэкграунд, и мы уходим уже в территорию спойлеров, поэтому не буду ничего говорить, но вот если будет возможность перед фильмом немножко погуглить вот хотя бы вот эти три личности. Я думаю, что в любом случае, если это исторические события, это не будет спойлером. И я думаю, что Тарантино специально хотел бы, наверное, чтобы... Нет, так и есть, да. Чтобы да, все, ну, люди, да, как бы, ну, были в курсе вот именно этого. Потому что Шэрон Тейт – это одна из героинь фильма. Это реально существовавшая актриса, которая погибла в 26 лет. Причем, ну, при очень драматических обстоятельствах. Именно вот с ночи с 8 на 9 августа, 50 лет назад, 69-го года, она была убита бандой. Ну, как бандой? Это была семья, условно говоря, вот группа хиппи, женщин и мужчин, которые принадлежали вот к этой семье Чарльза Мэнсона. Он сам, я понимаю, не был среди убийц, но он отдал приказ. Ну да, да. Ну, это фильм ярко выраженный антихиппи направленности, да, скажем так. То есть понятно, что Тарантино не очень любит это движение, как это можно назвать, эту субкультуру. И, ну, просто если я вам сейчас скажу, для чего нужно прочитать и получить этот исторический бэкграунд, то тут мы уже уходим в историю, то есть в территорию спойлеров. Но интересно, что в этом фильме присутствует не только Шэрон Тейт, но и ее супруг Роман Полански, режиссер, который родился в Польше. И, кстати, он взял поляка на эту роль, Тарантино, этнического пана, причем, ну, малоизвестного совершенно, я понимаю, актера для нас, во всяком случае. Ну, немножко похожего. Да, он внешне немножко похожий, но он как раз-таки, может быть, не играет такой большой существенной роли, но сняться у Романа Поланского в 69-м году мечтали все. Ну, он знаменит тем хотя бы, что снял «Ребенка Розмари», самый знаменитый фильм ужасов, наверное, с чего все началось. Ну, а до этого он снимал сначала в Польше, затем он эмигрировал в Европу, он во Франции в какое-то время жил, затем переехал в Лондон, в Лондоне он тоже снял несколько картин, которые
сделали его, ну, такой крупной европейской звездой, и он получил приглашение в Голливуд, и вот как раз в Голливуде он прославился, ну, а затем он печально прославился, это уже не имеет отношения к фильму, но прославился тем, что в педофильском скандале, когда у него была связь с несовершеннолетней девушкой, и до сих пор Роман Полански, он тогда бежал из страны, из Америки, он скрывается от американского правосудия, и Америка требует выдать его, хотя на самом деле уже прошло больше 40 лет с момента этого преступления, и многие говорят, что, это уже девушка успела стать бабушкой, и, в принципе, как-то эта вся история уже могла бы, за давностью лет. И... Ну, там нету срока давности у преступления, к сожалению. Да, я понимаю, может, что... Может, к счастью. Там еще просто обстоятельства, что он сбежал от американского правосудия, то есть я понимаю, что это усугубляло вот именно вину. И Роман Полански с тех пор живет в Европе, он снимает кино. И, кстати, вот когда Тарантино задумал снять этот фильм, говорят, что Роман Полански узнал через знакомых, и он, спросил, то есть он через знакомых попросил передать вот Квентину Тарантино, что он бы все-таки хотел понимать, что будет в этом фильме. И говорят, что Тарантино ему передал сценарий прочитать, и, можно понять, что Полански как бы не был против того, чтобы эти события для него... Это жуткая трагедия, то есть... У него трагическая судьба, если так подумать. Сначала убивает его беременную жену Шэрон Тейт, а потом скандал с педофилией. Причем после убийства жены, ведь он говорил, что он был просто, действительно его одолевала паранойя, он подозревал своих друзей в этом убийстве, и только когда были арестованы члены этой банды Чарльза Мэнсона, так, когда стало ясно, кто виноват, он понял, что он ошибался, потому что он был просто в ужасе. И это действительно история, которая напугала Голливуд, тогда очень многие стали звезды ходить с телохранителями. Да, тогда начали задумываться о том, что, в принципе, вот в фильме очень хорошо показано, что они живут довольно открыто. Например, кадры есть, где Шэрон Тейт в исполнении Марго Робби в этом фильме, не менее очаровательный, может, даже более. Она едет просто из дома на студию, берет попутчицу, хиппи, они мило беседуют в машине, то есть представить, чтобы сейчас какая-то из звезд взяла кого-то неизвестного попутчика, чтобы потом найти себя в канаве, такое невозможно. Мне кажется, именно... Эти дома, главное, они практически неохраняемые, там можно зайти на территорию. Кто угодно может заехать. В этом фильме очень хорошо все вот это показано. После этого начали задумываться о какой-то безопасности уже звезд. Потому что в фильме Тарантино меня, конечно, поразило это погружение в эпоху. Сколько бы ни искали там каких-то... Нашли единственное, что модель часов у Брэда Питта 70-х годов. Вот единственная какая-то исторического ляпа, хотя... Там смена 60-е, 70-е, там можно так. Но просто меня именно поразило съемки на улицах, где огромное количество машин, рекламы, оформление улиц, то есть людей, которые под потоки людей идут. То есть это все сделано с такой любовью, с таким размахом, такое полное погружение в 69-й год. И, конечно, нужно понимать, что это время было больших перемен, которые касались перемен в обществе. Действительно, появились вот эта субкультура хиппи, которые заполняли улицы, молодежь протестовала против войны во Вьетнаме. Это было какое-то время молодежного протеста, когда абсолютно молодое поколение, оно не хотело жить, как жили их родители. И это был действительно очень-очень такой конфликт поколений, который беспокоил общество, потому что... Вудсток фестиваль. Да, как раз в это время проходил Вудсток, самый огромный тогда фестиваль рок-музыки. Америка высадилась на Луну. Опять-таки, да, это событие, которое тоже, правда, в фильме... В фильме нет, но нет, это в целом контекст. Когда, в принципе, вот можно обратить внимание, люди ездили с огромной скоростью, не было ремней безопасности. То есть, вот смотришь на эти маленькие машинки, которые снуют с бешеной скоростью, и думаешь, боже мой, как вообще люди рисковали жизнью, как это... Сейчас, кажется, это совершенно невозможно. Точно так же они употребляли все виды наркотиков, тоже не думая абсолютно о последствиях, потому что тогда, в принципе, это
Ну, было абсолютно тоже. Ну, за 50 центов можно было купить сигарету, смоченную в кислоте. Ну, да, в ЛСД. В ЛСД, в общем-то, и... Что тоже фигурирует в этой, да, в этой картине. Да, играет, и, конечно, очень большую роль, скажем так. И еще, ну вот если говорить о каких-то вещах, которые, может быть, стоит знать, обращать внимание, это в целое, ну, как меня поразила тщательность, которую Квентин Тарантино создает мир вымышленного киноперсонажа. Его играет Леонардо Ди Каприо, и это герой сначала кино, затем его карьера как-то больше ушла на телевидение. Он где снимал... он играет плохих парней в основном. Что, да, в принципе, как нам объясняют в фильме, означает конец твоей карьере. Потому что, ну вот, ладно, не будем говорить, вы все увидите сами. Да. И меня поразило, конечно, то, с какой вот любовью и тщательностью Квентин Тарантино отнесся к этой вот вымышленной биографии. То есть он снимал куски, целые куски вестернов с участием Леонардо Ди Каприо, где он еще, там, скажем, главный герой, положительный герой. И обещают, что на DVD с этим фильмом будут возможности посмотреть, потому что, ну, в фильме, понятно, это какие-то маленькие, крошечные какие-то эпизоды, вставки, а там было отснято довольно много материалов, в том числе и с участием Майкла Мэдсона. Одного из любимых его актеров. Причем, насколько это шикарная там действительно сцена, у Мэдсона осталось буквально две реплики, но как он их произносит, то есть как это вот прямо все звучит. Мэдсон ведь, он, если вспомнить, господи, Reservoir Dogs, там ему, бешеные псы. Ему достаточно, вот, ну, чтобы до дрожи, до мурашек просто ужаснуть. Бил он там тоже был. Но его он, присутствие в кадре сразу замечаешь, он такой... Очень такой типажный, тяжелый актер такой. Сразу ты его просто вот, ну, вот как увидел, нельзя оторвать взгляда. Целая вселенная, которую создает вот Квентин Тарантино. Да, там он вклеивает Леонардо Ди Каприо в какие-то фильмы с Стивом Маккуином вместо него. И здесь надо заметить просто то, что в фильме присутствует. Вот действительно, там вечеринка в особняке Плейбоя, да, там очень много реально существовавших персонажей, например, если говорить про Кэс Эллиот, это, ну, звезда группы Mamas and the Papas, California Dreaming, Monday Monday, ну, то, да, есть это популярно. Те хрестоматийнейшие там американские песни, на которых все выросли в 60-е, вот эта исполнительница, это в том числе и Дэмиан Льюис из сериала «Родина», который играет Стива Маккуина. Да. У него, ну, один буквально выход в этом фильме, но какой? Просто я сначала смотрел, думал, боже мой, ну как он похож. Я вдруг осознал, насколько он похож на Стива Маккуина. Абсолютно его копирует. Ты думаешь, что вот прямо перед тобой вот один из легендарных, ну, наверное, вот, ну, не было круче звезды в 60-е, чем Стив Маккуин. Он играл там и в «Великом побеге», он играл в «Афера Томаса Крауна», то есть, ну, там, ну, куча фильмов, в которых он был главной звездой. Это, конечно, присутствие Брюса Ли. Да, это камео, которое войдет, наверное, в аналы истории. Это просто... Причем играет Брюса Ли Майк Мо некто, который до этого вообще... Он просто мастер единоборств, каскадер что-то. Он, да, и самое интересное, что получается там такая... И ничуть не похож, извини. Вот ты говоришь, Маккуин, Дэмиан Льюис похож. Этот не похож физически на Брюса Ли, но он его отлично копирует, и это просто очень такой сатирический момент в этом фильме. И обрати внимание, вот какая ирония, то есть это реальный каскадер, который играет актера, ну, у него возникает конфликт с каскадером, которого играет Брэд Питт, да, то есть, который в реальности актер. То есть вот, ну, такая вот рифма. И таких рифм очень много, действительно, ведь вот про эту Тесс из рода Дебервилли, роман Томаса Харди, например, это просто как будто бы эпизод. Есть один эпизод небольшой, но это опять же относительно киномании и, в общем, знания эпохи, там, о том, что Шерон Тейт заходит в книжный магазин, покупает книгу,
и все. Вот это вот для такое, своего мужа. Для своего мужа, соответственно, для Романа Полански. И все, и уходит. Что это за книга, почему это там было, да? А выясняется, что... Ну, что, собственно, Роман Полански затем по этой книге снимет фильм с Настасьей Кинской. То есть настоящий Дедер, Роман Полански. Да, это, ну, вот как... То есть вот таких моментов очень много там. И вот мы уже с Олегом говорили на тему, что просто надо взять где-то в интернете, погуглить какие-то список референций какой-то. Вот это то, чем я собираюсь заняться. Mm-hmm. И просто прочитать это все, понять, и еще раз с новыми глазами, я не знаю, взглянуть на этот фильм, посмотреть, потому что открывается уйма всяческих деталей, уйма там нет референций. Случайных каких-то вещей. Да-да-да, это все у него продумано. То есть, как вот заявляется этот фильм, как... песня вот этой уходящей эпохи золотого Голливуда, так оно все и есть. То есть, что можно было, все референции очень много, очень много. И это нужно просто, как бы, просто взять лопату и разгребать. Но даже вот, например, каскадер Майк, которого сыграл Курт Рассел, да. Присутствует он на съемках, он руководит там, ну, группой, у него своя каскадерская группа. И ведь, опять-таки, это тоже привет вот из мира Тарантино, вот фильм «Доказательство смерти», где... Рассел играл как раз каскадера. Да, и это, в принципе, ну вот мы понимаем, что... Ну как, вот мы видим как будто бы историю, которая предшествует тому фильму, и если вы фанат Тарантино, вы понимаете, что вы присутствуете вот в этой вот вселенной, созданной им любовно, где... все как-то перекрещивается. Вот и была история, ведь там должен был сниматься в этом фильме Барт Рейнольдс. И он должен был сыграть как раз-таки хозяина ранчо, вот Спанч, по-моему, да, его? Спан. Это ранчо такое, киноранчо, на котором снимались вестерны. Да, ну... все эти фильмы, и он должен был играть вот как раз, ну, небольшую, маленькую, раньше. Да, маленькую, ну, или там роль. Смотрителя как-то, я так. И затем вот дело в том, что Брюс, господи, Барт Рейнольдс, он умер, и он успел, как вот я читал, он присутствовал только при читке сценария, он приходил, и он рассказывал очень много историй, вспоминая вот Голливуд той поры, ведь он был тоже, ну, вот звездой как раз именно 60-х, 70-х годов. И Квентин Тарантино с огромным, ну, вот, восторгом, удовольствием, ну, вот, именно, ну, его как раз провоцировал на эти все истории, рассказы для того, чтобы услышать. Эту роль затем сыграл вот Брюс Дерн, опять-таки отец актрисы Лоры Дерн, которая это тоже известна. Да. Ну и вот очень много. Кстати, ведь такая преемственность поколений, если говорить, Маргарет Квелли, вот, которая сыграла эту Пусси, она... Это одна из хиппи, которая, хиппи, в принципе, приглашает персонажа Брэда Питта посетить вот эту ранчо Спана, где как раз банда Мэнсона обитает. Вот эта актриса, она дочка Энди Макдауэлл. И тоже это вот ее первая, одна такая из первых ярких вообще ролей. Я до этого ее не видел. И сразу, ну вот, настолько удивительная, яркая совершенно вот потрясающая роль, которая, я думаю, ну, сделает ее знаменитой, известной. То есть она теперь, думаю, получит много приглашений, предложений. И хочется, опять-таки, обратить внимание на еще один момент, тренд Квентина Тарантино, это фуд-фетишизм. Ну, это да. Где просто вот мы на протяжении этого фильма периодически мы видим голые ноги актрисы. Мне кажется, он сам над собой слегка постебался, потому что очень много ног голых. То есть, это не просто как вставочка небольшая, а очень много... Самоирония какая-то. Самоирония, да, я бы сказал. Ну, кстати говоря, вообще, не вдаваясь даже в эти киноманские все фишки, там, эпохи, то есть, вот все, что пишут, правда, то есть, одни из лучших ролей Ди Каприо и Брэда Питта. Брэду Питту вообще по совокупности всего за второплановую роль можно Оскар давать хоть сейчас. Потому что, ну вот мы тоже уже говорили о том, что Брэд Питт в самом деле раскрылся в этом фильме, ну вот с комедийной стороны, чего раньше как-то, ну, очень редко в режиссёре. Ну, редко, но у него есть, потому что он уже снимался в «Бесславных ублюдках», тоже в такой полукомической роли. Это уже Тарантино, да. Да, и плюс, вот как мы говорили, когда-то он снялся в эпизодической роли, наверное, еще в начале своей, наверное, да, самое карьеры, начало. Да.
в фильме True Romance. Да, это настоящая любовь, по-моему, была. Да, это фильм по сценарию Тарантино. Еще до вот этих бешеных псов, да. Это было. Кстати, бешеные псы были сняты на гонорар, который он получил за сценарий. За сценарий, хотя потом он очень был недоволен трактовкой. Но там Пит появляется в роли обкуренного такого парня в эпизодической, но очень колоритной роли. И то есть показывая свой комедийный талант в том числе. Ну, конечно, в основном у него драматические роли, естественно. Мы сейчас сделаем маленькую паузу, после чего продолжим программу «Синема». Микс Ньюс. Продолжается программа «Синема». Я напомню, что вот в студии Олег Пека, Александр Дубаневич, представитель «Акмо Филм». Мы говорим о фильме «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, девятая картина. И, ну вот сейчас фильм уже вышел в России, и благодаря, возможно, тому, что и сам Квентин Тарантино приезжал на премьеру, это, в принципе, очень большой успех картины, она на первом месте. Там по сборам и прочее, это очень... Ну, сам фильм – это как бы... культурное событие, наверное, это, в принципе, в наш век комиксного кино, каких-то таких фильмов, которые, ну, знаковые, что ли, какой-то оригинальный контент, вот как у Тарантино, причем, ну, такой киноманский достаточно, чтобы вот так вот такой ажиотаж был, и здесь в Латвии тоже очень большой, и, соответственно, ну, в принципе, по всей Европе. Ну, как мы вот говорили, что Тарантино немножко больше в Европе любят, чем в Америке. Mm-hmm. Вот, но это он не единственный. Дэвида Линча тоже больше в Европе любят, чем в Америке. Вот, ну, то есть фильм событие, которое в тренде, что не означает, что его обязательно. Ну, то есть как раз это означает, но не обязательно его, что ли, любить уж так уж, но просто посмотреть, наверное, ну, стоит, наверное. Ну, и тем более, вот, будем надеяться, что Леонардо Ди Каприо получит что-то, хотелось бы верить, потому что все в один голос говорят о том, что это вот одна из вот таких самых удивительных, ярких ролей, потому что ведь он играет очень, ну, как сказать, сложную роль, потому что это играть актера, который, в свою очередь, играет в вымышленном фильме, и понятно, что актер, он как будто бы средней руки, то есть вот именно Ди Каприо должен сыграть, что, в принципе, это, ну, это не супер гениальный актер, то есть это актер, который очень пытается, но пьющий актер, который может забывать текст, может, с ним могут приключаться различные такие вещи, и вот как он переживает слом своей карьеры, как он жутко боится, что он потеряет сейчас все, если он облажается, и вот это все передать, то есть вот эта игра, ну, какая-то в кубе, уже, я не знаю, даже не в квадрате, то есть это вот, чтобы мы по его глазам, по всему, вот, моменты, когда просто ты видишь, как блестят вот там не глаза от того, что там какая-то слезинка вот прямо, это вот нож прямо пробирает вот. Ну да, но я больше, конечно, кулаки за Брэда Питта держу. Ну да, и потому Брэд что... Брэд Питт у нас же без Оскаров. Без Оскара, да. Вот. Хотя вот когда, я помню, когда мы, ну, сходили на журналистский просмотр, было очень много девушек в зале, журналисток, вот момент, когда Брэд Питт снимает майку, и ну, вот просто женский стон вдруг, я сижу, я слышу, и вот все девушки просто вот, ну, плашмя чуть ли не падают. Оскар ему не за это, конечно, но за это тоже, но я посмотрел этот фильм несколько раз в силу своей профессии, так сказать. И, наверное, первое, что я заметил, это, конечно, игру Брэда Питта. Только потом уже, в принципе, ну, он играет... У него роль вроде бы как второплановая, но он играет, ну, ничуть не уступает Ди Каприо. Просто у него немножко другая роль, такая более, что ли, комическая, поскольку он играет каскадера, вот, главного персонажа, каскадер, у которого не очень карьера ладится, и, в принципе, он работает мальчиком на побегушках у персонажа Ди Каприо. Соответственно, у него роль такая, ну, что ли... Ну, комическая, как я уже сказал, такая, потому что она подразумевает под собой всякие интересные вещи, вот как он там идет антенну ремонтировать,
Ну, вот, то есть... Но интересно ведь то, что впервые, пожалуй, вот с «Криминального чтива» у Тарантино тут просто развиваются, даже до поры до времени не пересекаясь, вот эти линии, вот как живет соседка их, Шэрон Тейт, что с ней связано, вот как Леонардо Ди Каприо там пытается наладить свою карьеру, и как бы Брэд Питт, у которого там он заигрывает с девушкой хиппи, у него там какие-то свои поручения. Вот эти три сюжетные линии, они развиваются медленно. И хочу сказать, что вот несмотря на то, что как кажется, что ну, фильм идет действительно долго, и действие так развивается неторопливо, тем не менее нету абсолютно ощущения, ну, чтобы тебе на секунду стало скучно, потому что там очень много остроумнейших диалогов, очень много каких-то, ну, каких-то моментов на втором плане, которые... Я бы даже сказал, что это очень близко по вот такому духу, что ли, именно к бульварному чтиву. Вот, в принципе, с того фильма и началась вот тарантиномания о том, что это длинные диалоги. Это так вот, вроде бы как бы они ни о чем, но в то же время как тебя затягивает туда, и ты понимаешь, что в этом весь как бы фокус вот этого такого вот кино тарантиновского. И причем, вот, как ты сказал, о трех параллельно идущих сюжетных линиях, они, эти персонажи абсолютно друг на друга не похожи. Да, да. Это, поэтому очень интересно, когда камера переключается с одного персонажа на другого, на третьего, у тебя как бы переключаются каналы. Ты не смотришь вроде как одно кино, один фильм, а смотришь три сразу. Это удивительно вообще. Ну и столько там действительно каких-то вот зашифрованных деталей, которые, ну вот, интересно потом узнать. Там и девочка, которая на съемочной площадке шибко умная, начитанная, и которая очень серьезно относится к актерской профессии. И вот я, ну, уверен, что в ней вот он просто показал Джоди Фостер, потому, хотя это, на этом нет ни одного слова, но есть намеки, потому что совпадает возраст один в один. И Джоди Фостер тоже снималась в вестернах в самом начале карьеры. То есть, ну вот, какие-то вот такие вот маленькие вещи, которые, ну, они вызывают восторг просто, потому что ты, если ты в теме, ты в этой... А ты можешь, в принципе, ты можешь не быть в теме, просто смотреть это как фильм, но просто так ты ощущаешь, может быть, аромат эпохи, ты понимаешь, что нет случайности вот в этом тарантино. Ну, это просто вишенка на торте, на самом деле. Да. Так же, как исторический бэкграунд. То есть фильм можно смотреть из чистого листа, а можно вот, в принципе, вооружившись, может быть, как-то гуглом там чуть-чуть узнав, получить чуть больше удовольствия, попавшись вот во все ловушки, которые расставил Тарантино, потому что все равно очень непредсказуемо будет развиваться сюжет, и вот он специально нас как будто бы избивает с толку и пытается вот как бы свести с дороги для того, чтобы это все было неожиданно и таким образом тебя удивило. Ну, вот картина. Будем ждать, смотреть, как себя покажет в латвийском прокате. Хочется верить, что фильм вызовет такой же отклик, как в Европе, в России. Нет, уже вызвал, уже, могу сказать. Да. То есть вот на премьере был абсолютно полный зал. Ну, я могу сказать, что на премьере, которая прошла вчера, было два зала. Причем один зал был самый большой в Европе. Не было свободного места, просто все места были раскуплены, да. То есть, вот давайте не пропустим эту картину, если вдруг вы еще не в курсе, что этот фильм... Ну, к тому же, это предпоследний фильм Тарантино, как он сам сказал. 10 фильмов и все, это 9-й. Причем даже говорят, что Тарантино собирается снимать воодушевившись сериал, который, ну вот он написал для того, чтобы создать этот фильм. Он придумал целый вымышленный мир. Я уже, по-моему, рассказывал в эфире, что я видел 10-минутное интервью, где он вот 10 минут он рассказывает про этого вымышленного персонажа Рика Долтона, которого играет Ди Каприо, рассказывает фильмы, в которых он снимал. Ну, как вот, если бы это был реальный человек. Это поражает, он такая погруженность. И вот говорят, что он очень... Он написал уже сценарии нескольких серий, да, эпизодов. Этих эпизодов
телевизионного сериала по 24 минуты, вот именно в том формате, как это было в 60-е годы. И теперь вот он ищет буквально, я понимаю, объявлен конкурс, там, Netflix это будет или там... Ну, только вряд ли Ди Каприо будет играть. Ну, да, да, потому что... Телевизионный формат это... Но вот он может реализоваться таким образом, как телевизионный сериал, поскольку уже сценарии написаны. Ну, вестерн, да, потому что у Тарантино своя любовь к вестернам очень большая. Ну, и он вообще работал в видеопрокате, я понимаю, что, конечно, он смотрел огромное количество фильмов, и в том числе там спагетти вестерн, то есть, ну, фильмы, которые, может итальянские. Быть... Итальянские. Категории «Б», которые, ну, вот, может быть, там кинокритики воротят нос, но вот именно они и формировали, может быть, как раз... Вкусы, да, вкусы. Конечно, несомненно. Вот, ну... Что еще, может быть, какие самые ближайшие еще премьеры ожидаются? Мы, конечно, с нетерпением ждем в начале сентября заключительной части «Оно», фильма, наделавшего много шума по книге Стивена Кинга. Выходит вторая часть с Джессикой Честейн, с Джеймсом МакЭвоем. И, конечно, возвращаются персонажи детей в первой части. Но там ведь как будто бы была история детская в первой части, а вторая со выросшей. Да, но там флешбеки. Там, то есть это событие, когда оно появляется в этом вымышленном городке, угу. который так любит Стивен Кинг, Дерри, там происходит каждые 27 лет. Соответственно, вот сначала они были детьми, когда они столкнулись с этим злом. Через 27 лет зло снова проявляет себя. Они на сей раз они собираются все вместе, чтобы уже окончательно с ним покончить. Я читал даже, что дети за эти буквально полтора-два года настолько выросли, что пришлось даже применять компьютерную графику, чтобы их омолодить. Да, у них там есть какая-то сейчас Голливуд-технология, не помню точно, как называется, но она используется для омоложения актеров, например, которые играют самих себя в молодости или, соответственно, в детстве, если это подростки. Вот эту технологию пришлось применять, потому что дети, как известно, растут mm-hmm. быстро. И вот там буквально между съемками первой части и второй там прошло год-два где-то, а некоторые из них, особенно подростки, очень уже черты лица поменялись и прочее, пришлось омолаживать компьютерно. Вот интересно, кстати, опять-таки возвращаясь однажды в Голливуде, можно увидеть, вот, а все-таки каким был Голливуд 50 лет назад, когда малевались буквально на огромных там фанерных щитах здания, салуны, и все это, ну, вот увидеть, как снимались вестерны, фильмы того времени, там, и осветительные приборы, и камеры, то есть это вот есть возможность заглянуть. И меня, конечно, вот еще я забыл сказать, меня поразил именно момент, когда мы смотрим, как снимается кино, а в какой-то момент ведь мы попадаем внутрь фильма, который снимается. Вот это тоже такая магия. То есть вроде бы это идет съемка, а на самом деле мы не видим с камеры, вот мы как будто бы, ну, как будто бы перед нами разворачивается сам этот фильм. То есть это тоже такие, ну, какие-то вот удивительные моменты, которые... Ну вот касательно вот именно «Оно», второй часть, ну и вообще всего этого фильма, очень, почему он так зашел, наверное, потому что он как такой, вот тоже отсылки к старой школе угу. вообще, вот даже тех же ужасников там, то есть, ну, понятно, что компьютерная графика используется, но как-то она так очень так хорошо внедряется в это кино, что кажется, что это все вот эти practical effects, так называемые, как раньше в Голливуде снимали, когда еще до компьютерной графики, то есть куклы там, что-то там uh-huh. еще, аниматроникс какой-то там, вот это вот. И вот это вот в фильме очень-очень хорошо можно видеть, что это такое немножко old school. Ужасник. Я, кстати, вот до сих пор действительно не могу понять, каким образом Хичкок тоже 50 лет назад вот снимал начало вот «Психо», где камера вот сначала показывает общий план города, вот показывает здание, а затем залетает в окно. То есть я просто не понимаю. Вот сейчас это все компьютерная графика делает. А как это было, когда не было компьютеров? Вот что, какие использовал технологии Хичкок? Да. Нет, я просто говоря о мастерах, например, Стэнли Кубрик в своей «Одиссее» 2001 года, там классический момент, когда в корабле в космическом наступает невесомость, и ручка
шариковая ручка просто как бы витает в воздухе там, и стюардесса подходит к ней, берет ее из воздуха и кладет к себе в карман как бы просто. Как это было сделать до того, не было понятно, но потом, конечно, можно погуглить в Ютубе там прочее, просто прикрепили ручку к стеклу. И, соответственно, держали стекло и просто водили его на камере. И видно, что ручка как бы, в общем, болтается в пространстве. Ну, то есть, трюки, да, ну, до компьютерной графики как-то умудрялись. И на самом деле сейчас все просто. Давай нарисуем это, давай то нарисуем. А раньше мы как-то было... привыкли. А раньше, если ты придумал что-то, ты уже, ну, у тебя уже фильм, который... о котором будут говорить. Ну, или, например, Гарри Ллойд, когда он висел там на, да, на часах, и там все просто поражались, как это вообще там снимали, там чуть ли не без страховки. А на самом деле была выбрана точка так, что он висел буквально в полуметре от, ну, не земли, но там по поверхности, а выглядело это как будто бы вот он на огромной высоте. То есть, ну, вот, действительно, раньше нужно было очень и очень, ну, обладать буйной фантазией для того, чтобы какие-то такие вот вещи, поражающие воображение, мы, наверное, даже потеряли сейчас способность удивляться, потому что, ай, ну, там... Я соглашусь, да, ну, очень все стало... Ну, потому что все, как я уже говорил, все можно нарисовать, все что угодно, поэтому нас чем-то удивить очень сложно, нынешнее поколение, идущее в кино, скажем так. Хотя вот, ну, говоря вот о Хичкоке, вот, которому 120 лет исполнилось вчера, ведь он умел в том же самом «Психо» вот сделать так, чтобы главная, ну, главная звезда фильма была убита на 20-й там, или 15-й буквально минуте, и вот кажется, ну, это невозможно, то есть люди привыкли, что если они заплатили деньги за звезду, то есть, ну, понятно, что, ну, до конца, и вот на нарушить все табу, все правила и вот убить главную звезду фильма, это, ну, казалось, ну, совершенно вот нарушением абсолютно всех правил, и он вот, вот такое себе мог позволить. Мог позволить пригласить Сальвадора Дали оформить вот этот Spellbound в фильме, ну, его завороженный там с Грегори Пеком, он рисовал декорации Сальвадор Дали. Ну, или, например, мой любимый фильм «Окно во двор», да, где практически ничего не происходит. В принципе, сидит человек с переломанной ногой и просто наблюдает за двором, в общем-то. Но это снято так мастерски, так поставлено, что ты просто на одном дыхании его смотришь, потому что все время какой-то саспенс, вот это вот все, ну, чем был славен Хичкок. И он, конечно, тоже вот отличался любовью к красивым женщинам. У него всегда были роковые блондинки, да, там Грейс Келли, Ким Новак, там, ну, огромное количество именно самых вот звезд. И, по-моему, вот у него тоже была, вот если говорить, вот его объединяет с Тарантино, этот фуд-фетишизм, потому что он обожал снимать женские ноги. Где-то даже говорили, что у него была коллекция женских туфелек. В общем, где-то вот какие-то у него были тараканы в голове. И при этом, ну, конечно, вот он ухитрялся снимать самых роскошных женщин. Марлен Дитрих снималась у него там, «Страх перед выходом на сцену». И очень много, как, ну, у него было действительно таких придумок, ну, интересных. Общее с Тарантино, то, что все хотят сняться у Тарантино, все хотели сняться у Хичкока, естественно. Да, и, наверное, вот это тоже, конечно, было, ну, его... И, кстати, их объединяет, ну, наверное, и то, что Американская киноакадемия ведь обошла тоже Хичкока стороной. У Тарантино есть только сценарный «Оскар», да, по-моему. Да. И... Я надеюсь, что вот... Ну, мне кажется, если уж давать, то вот за «Однажды в Голливуде», вот, мне кажется, надо дать за режиссуру. Ну, что какие-то есть удивительные, ну, несправедливости, которые, ну, как с Брэдом Питтом, например, но все-таки, ну, нельзя отрицать, что это, ну, один из тоже ярчайших актеров. И, ну... ну, мне кажется, все-таки нужно давать не по совокупности наград, там, например. Мне кажется, вот... Я сейчас скажу крамольную вещь, но с Оскаром Ди Каприо поспешили. Потому что дали, ну, понятно, может быть, в «Выжившем» не самая его лучшая роль. Но вот сейчас вот у него самое лучшее, вот сейчас нужно дать, вот, ну, уже не по совокупности, там, не за выслугу лет, а реально за одну из самых лучших ролей в его карьере. И мне кажется, и Тарантино можно дать. Я, в принципе, очень удивлюсь, если в номинациях не будет ни одного, ни второго. Как будто бы всегда вот мы уже привыкли к тому, что в картины, которые претендуют на «Оскар», они выходят в самую последнюю неделю года, а здесь фильм... Ну, вот вышел в середине лета, ну, во второй половине лета, и... Ну, будем надеяться, что не забудут эту картину, потому что... Ну, такое вряд ли можно забыть.
Мне кажется, они выпускали ее как бы вот к 50-летию вот этого страшного события, к сожалению. Угу. Ну да, я думаю, что как раз сейчас очень многие вспоминают эти, ну, действительно исторические события, которые связаны с фильмом. Это создает еще дополнительную, может быть, и рекламу, и такой контекст, бэкграунд, конечно, и ажиотаж к этому фильму. И вот искренне желаем действительно, чтобы вы, ну, были в курсе. Для вас это, ну, не было, может быть, каким-то черным ящиком. Вот. Ну и действительно приходите в кино. Фильм идет столько, сколько вот его хотят смотреть зрители. Поэтому, конечно, от нашего желания посмотрите. Это, пожалуй, действительно один из редких случаев, когда фильм можно смотреть несколько раз. И я уверен, что вы не просто получите, ну, каждый раз удовольствие, но откроете для себя какие-то моменты, на которые, ну, сразу просто это невозможно воспринять. Моменты диалогов, какие-то фишки, какие-то события на втором плане. То есть это все вот как бы при втором, третьем даже просмотре оно попадает на глаза, и ты, ну, больше и больше можешь полюбить эту картину. И обратить... Это фильм точно, который, ну, нужно смотреть несколько раз. Так что желаем вам приятного просмотра и говорим спасибо, до свидания. Все, счастливо.